Для меня Юрий Хованский – это очень значимая фигура в моей жизни. Я с 12 лет смотрел его ролики, он уже, ну, как бы стал мне каким-то прям родным человеком. Но, естественно, я считаю, что все это дело абсолютно бессудное, несправедливое, что суд должен принять в рассмотрение аргументы защиты, что песня была спета в 2012 году, и тогда этого закона просто не существовало. Мне кажется, произошла очень большая ошибка, и где-то наверху что-то перепутали, не тот человек оказался не в том месте, и судят не за то, и, в общем, ну, надо ошибку исправить. Вот, поэтому все должны обратиться к Владимиру Владимировичу, к Дмитрию Анатольевичу, ко всем остальным ребят, власть имущим, чтобы, ну, исправили ошибку. Максимально несправедливо, то есть просто за дурацкую песню, очень дурацкую песню, не должны, ну, в тюрьму точно садить. Мне на глаза попалось одно из его писем, вот, которую он написал уже, будучи в СИЗО, и я поняла, что, ну, блин, если есть такая возможность, ну, надо прийти, как бы, постоять, хотя бы поддержать. Мне кажется, он какой-то мишенью просто стал удобной, потому что я вообще не знаю, ну, то есть, в чем суть, почему именно такое дело нужно было сфабриковать, почему это происходит. Ну, просто такая вот мишень неугодная. Очень жалко, что так происходит. Ну, возможно, люди, которые являются поклонником Юрия, которому он пропагандировал идею того, что не надо ни во что вмешиваться, теперь некоторые из них задумаются, не придут ли за ними из-за слов, из-за комментариев. Собственно, то, что к людям приходит за комментарии, уже ни для кого не секрет. Если честно, мне не кажется, что сегодня будет что-то хорошее. Я думаю, что кто-то хочет, чтобы Юра сел. И, возможно, что Юра здесь насядет. Это, конечно, очень печально, но ситуация выглядит плачевно.